Обязаны чтить и помнить. В ДК Шевченко прошел праздничный концерт в честь 70-летия освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. Этот концерт для ветеранов подготовлен силами самодеятельности училища техникумов, среди которых немало народных и заслуженных коллективов. Выступают порядка 15 учебных заведений, лучшие номера художественной самодеятельности, песни, танцы, сценки различные. Учни навчаются не только профессии, а есть дуже багато талантів, які виконують дуже гарні пісні, які займаються у різних гуртках, секціях. Уже не первый раз участвуем, участвуем, танцуем в этих концертах, так как мы уважаем ветеранов и хотим сказать, что все эти танцы мы посвящаем для них. Конечно, я хочу им показать, что я очень уважаю их поступки и с большой ответственностью выступаю перед ними. Для ветеранов пели и танцевали не только учащиеся, а и преподаватели учреждений профтехобразования.